Салам алейкум, Жигитер, всех приветствую. Зашли в автомобильный салон пробежных. Город Усть-Каменогорск, Шахас, Казахстан, Усть-Кемен, Каласы, Нефтяная, 2, адрес. Посмотрим, что сегодня, какие цены. Начнем с этой Камри 75-ка, новая. Сборка Япония для Арабских Эмиратов, 23-й год, 2,5. На бежевом салоне. Что тут у нас? Электроручник, автохолд. На ключе она. Резина 215-55-17. В дерзком черном цвете. Сколько стоимость у Камри? 16 500 000 тенге. 75-ка, но новая. Видите, все в наклеечках. Так, это у нас Hyundai Bayon, 23-й год, 1.4, на автомате. Сколько? Практически новая она там. А пробега сколько у нее? 617 километров. 617? Да, новая она. А она сборка наша, казахстанская? Да, наша, в Алматы же собирайте. Ага. Наша и сколько стоимость у Bayon-чика? 9 700. Это уже со скидкой 9 700. Ага. Так, на тряпке, подогрев сидений, большой экранчик, Hyundai Bayon, почти новая, ребята, 600 километров пробег, 9 700 000 тенге. Так, Corolla, 22-й год, 1.2 турбо, пробег есть у нее? Пробег вообще нулевая. А, нулевая? 22-й год? Нулевая, да. Хоть и нулевая. Без пробега. И сколько сборка Китай сегодня стоит? 11 400 000 тенге. Новый автомобиль Corolla из Китая. Он, по-моему, в магазине стоит лямов 13, да? Да, где-то там, да. У вас он 11. Экранчик. Вся в целлофане. Автохолд и электроручник. Вот. Тут подогрев лобового, подогрев сидений, да? Ага. Ребята, хоть и 22-й год, но это новый автомобиль. Видите, тут иероглифы были. Оторвали, наверное. 1.2 турбо. Так, Hyundai Accent. 21-й год. На автомате 1.6. А пробега сколько у него? 57 тысяч. 57 тысяч пробега. И стоимость? 9 500 000 тенге. На автомате. Такие ручки блестящие. Сегодня получается в таком богатом коричневом цвете. 9 500 стоимость. Так, Corolla. 19-й год, на автомате, 1.6. Сколько пробег? 83 000 пробег. 9 950 000. 9 950 000. Практически одинаковые. Практически одинаковые. Ага. Не, я вот с этой, это тоже 9 500. Да, ну это акцент. Это акцент, а уже это Corolla. Но. Это где-то 9 500. Ага. 9 950. А, все понял. 9 950 Corolla, да? Все понял. Тут уже на дорогих чехлах, да? Уже дорогие чехлы. В принципе. От новой отличается объемом. Там 1.2 турбо, сборка Китай. А это уже японская сборка. Так, давайте посмотрим Hyundai Santa Fe, 23-й год, на автомате, 2.5, на полном приводе. 16 000 пробега здесь. 16 000 пробега, а стоимость сколько? 17 200. 17 ниже рынка стоит.
17. Рынок 19 миллионов 200. Да? Это средняя цена. Ага. 17 миллионов 200 тысяч тенге. В принципе, тут все физические кнопки. Вот она. Коробка. В белом цвете. Так, ребята, обязательно подписываемся, ставим лайк, пишем комментарии, что вам интересно, что понравилось. Обязательно. Русский колосы, нефтяная 2. Так, это у нас Крета. Крета. 21 года, 21 год. 31 тысяча пробега, 11 миллионов 800 тысяч тенге. Ну, в салоне только 8 машин, но на улице у нас где-то стоки около 70 машин. Ага. Вот такой вот интересный автомобиль для девушки или для худенького парня. Ну, цвет, конечно, красный. На любителя в основном. Женщины любят такие вот моднявые цвета. У Крета с таким дизайном. Интересно. Так, это у нас Range Rover Evoque. Объем сколько у него? Объем двухлитровый. Двухлитровый, да? А вот здесь вот 2 литра турбо, 12-й год. Пробег у него? Пробег 72 тысячи. 72 тысячи. И сколько у нас сегодня стоит? 10 миллионов 900. 10 миллионов 900 тысяч тенге. Видите, 12-й год, а он... Выглядит вообще дерзко. Еще бы на черных дисках был вообще огонь. Range Rover, Land Rover. Что у нас тут? Резина 235, 55, 19. На электросиденьях, на родных ковриках. Еще видите, музыка, меридиан. Да. Конечно, для меня он маловато будет. 8,80 м. Хотя нет, нормально. Не, нормально. Что-то совсем подумал, что он маленький. Он не маленький, он вообще нормальный. А, вот мне менеджер помогает сиденье отодвинуть. Не, для роста 1,80 м нормально. Так, бардачок. Ключ. Да, Range Rover. Интересный автомобиль. Память. Угу. Ну все, ребятки. Обзор цен. Показал вам. Ставим лайки, обязательно подписываемся. До новых встреч и всех с праздником. 1 мая, День единства народов Республики Казахстан.